И тут я. Номер отслеживания. Большой посыл смартфона. Должен быть. Я проверим. Смартфона. Красивая, блестящая. Я тут подозрительно. Хух-хух. Перевернутые. Мишка, помнишь, что в Саратове такое? Там, где... В бане мылись. В сауне в итоге, да? Помнишь, чайничек возьмите, да? Краснодар, вон твой Краснодар любимый. Ты что, записываешь вот это? Да. Так, проверяем заводской номер. Почему-то вот эта наклейка серебристая не тут, а сбоку. Пробуем на сайте китайском проверить номер Смотри, пломба. Опа. Снято. Мне кажется, вот это должно быть. Вот 2020 год написано. Производство.
04 месяц. Сейчас какой?
Киркут. Вижу разные штрих-коды. Отсутствует гарантийный талон Lenovo. Алиса русский. Нет, у тетки важно. Вы знали, что русские, немки, они были страшные. Вот это наша русская рожа.
Теперь одежда сохнет с космической скоростью. Прям как это, на крыше падали. Все сохло. Ты снимаешь? Там... А? Разъем. А что да, походу, использование. Если рано случайно. Там будет так хорошо, что родители. Это прям как Катя. Он говорит, мне вороны будет, мне стрижи будет. В Москве было плюс 30, стало плюс 18. Они там куртка везде, блин. Ну, у нас тоже скоро. Деревья повалили. Мне просто раньше пришел этот Казахстан. Странно, твердый, но сладкий. А не сладкий. Что-то не похож на этого, на рыбака. У рыбака должны быть грязные ноги, все в траве и в грязи. Куртка вся 200-летней давности. И обязательно водка, вот что, как же. Что там уметь-то? Понимаю, да, пиво. Вот что у нас не ловилось. У нас не было наливать до пива. Понимаешь, где там Рязани, в Саратове. Машины переворачивают, чтобы ветер был. Но они вот так вот на крыше сидят. Как это? В Саратове, в Рязани, что потом в Москве, в Краснодаре. Случай же как. Ураган, смерть. Ужасно. В наших краях такого не было в России. В
блин. Все равно. У нас очень редко бывает, обычно... США. Но не у нас. А я очень такого не было. А кто говорил, что есть такое оружие? Да все говорят. Папа, наверное. Он обычно такое любит. Надо подумать. Как утенок. Надо подумать. Да. Надо подумать. Нет, это все правильно, по-моему, было. Надо подумать. Иди нафиг, я не хочу играть. Пшла вон, как пшла вон. После. После уже хотел.
Проверка связи. Thank you.